10-летний Илья Липинин из Нижних Серёг, написавший письмо главе государства, получил в преддверии Нового года подарок из рук полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николая Канова и приглашение на губернаторскую елку от главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Мальчик учится в 4 А школы номер 1 города Нижние Серги на четверке и пятерке. Любит читать, занимается в спортивных секциях футболом и хоккеем с шайбой. Юный уралец в прошлом году написал послание Деду Морозу, но ответа не получил. Тогда мальчик принял решение, что перед Новым годом напишет еще одно письмо, на этот раз президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Илья Липин рассказал, что написал это письмо сам от руки. Не стал писать «Москва-Кремль», а нашел адрес в приемной президента в интернете. Маме ничего говорить не стал и очень удивился, когда узнал, что письмо дошло. Николай Цуканов вручил мальчику портативную колонку, о которой тот мечтал, а Евгений Куйвашев – билет на губернаторскую елку, куда Илья вместе с мамой отправились уже сегодня. Полномочный представитель президента пожелал школьнику успехов во всех делах. Николай Цуканов добавил, что президент Российской Федерации – человек, который давно стал мировым лидером. И это уникальная возможность брать с него пример в работе и в спорте. Губернатор отметил, что подаренный Илье гаджет должен не просто радовать его, но и помогать в учебе. Желаю, чтобы ты обязательно определился в жизни, стал надежной опорой для своей мамы, ну и, конечно же, стал настоящим мужчиной. Конечно же, не все отважатся написать письмо президенту, и главе Артемовского городского округа было бы неплохо также принимать послания от юных жителей муниципалитета и в меру возможности исполнять хотя бы часть детских пожеланий, и делать это не только под Новый год.